при всех санкциях, при том, что у нас нас душат, на нас капают, крякают, вякают, да, придавили, но ответные какие-то меры были предприняты, и мы снова выстояли. Сейчас опять нам едут инвесторы, опять инвестиционный климат России поднимается. Я сужу как экономист сразу. Смотрю, уровень жизни, ну, немножко припало где-то что-то, да, но не настолько, чтобы народ возмутился. Это тот самый народ, который доверяет.